В Чебоксарах стартовал песенный конкурс, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Главную песню выберут из десятка на русском и чувашском языках. Среди участников конкурса и сотрудник национальной телерадиокомпании «Чуваши», и мой коллега, радиоведущий Максим Попов, который за песню о Сурском рубеже получил гран-при фестиваля «Солдатский конверт 2021». Награду ему лично вручил Лев Лещенко. Средь окопов и меж, рек замерзших оков, укрепляли рубеж от проклятых врагов. Песни уже слышали члены профессионального жюри, но выбор все равно остается за жителями республики. Голосование стартовало на портале «Открытый город». Завершится оно 5 августа. Главный приз за главную песню – 30 000 рублей и возможность исполнить ее на большой сцене.